Друзья, привет! Вы на канале «Как встречали нашу Машу». На связи папа Лёша. Пытаемся сдать Машеньку в садик после нашего отпуска. Столкнулись с некой проблемой. А оказывается, нельзя ездить за границу. Если вы уехали, не дай бог, за границу, с вас нужно от столечка документов для посещения садика. Обычная процедура, то есть, если вы уезжаете на дачу, еще куда-то пропускаете садик. Справка от врача, ну, если вы были там, не были 5 дней, так сказать, не посещали, то справка от врача, как бы, и все, и вперед. Но если вы, вас с вашим чадом угораздило уехать за границу, то, внимание, кал на яйцеглист. Па-бам! Этот анализ делается 2 или 3 дня. То есть сразу, да? Выбиваетесь. Потом соскоб на энтропиоз. Анализ номер 2. А он делается довольно-таки быстро. Но платно. Наверное, бесплатно можно, но по определенным дням. В общем, сделали. На следующий день анализ готов. Это считается быстро. Справка от врача – это одно из самых простых. И нам еще не повезло немножко. В наш отпуск делали детям вариацию манту. Без нее нас тоже не берут. Нам дали направление. И нам дали направление в понедельник. Вариацию на манту делают один раз в неделю. И представляете, какой это день? Вторник, среда, фигус 2. Это делается по пятницам. Так что вот. Ребенок хочет в садик попасть не может. Целую неделю еще бедные родители должны торчать, собирать это все. Какашечки, соскобчики, справочки, реакции ставить. В общем, клево, слов нету. Так что вас, родители, вас, именно вас, хочу предупредить, если вдруг вы уезжаете за границу, то по приезду не рассчитывайте, что вы выскочите пулей на работу и полностью погрузитесь во все дела. Вас ждут, да-да-да, вас ждут, да, вот эти все процедуры. И на недельку еще можно выпасть из строя, продолжить отдыхать. Как делаем мы, но не унываем. Что поделаешь? Надо, так надо. Наше дело вас предупредить, что такие ситуации тоже возможны. К этому лучше быть готовым. Надеюсь, видео было полезным. Надеюсь, вы не попадете в такую ситуацию. Надеюсь, что у вас все будет хорошо. Побольше отдыхайте. До новых встреч. Пока-пока.